Всем привет! В этом видео поговорим о том, что известно о строительстве Иркутского завода полимеров за 500 миллиардов рублей. Иркутский завод полимеров – это очередной новый мегазавод, который совсем недавно начали строить в России. Этот проект реализует Иркутская нефтяная компания, являющаяся одной из крупнейших частных компаний в нашей стране в сфере энергетики. Данная компания была создана в 2000 году, занимается разработкой и добычей углеводородов, владея лицензиями на право эксплуатации свыше 50 участков, расположенных в Восточной Сибири, на территории трех субъектов – Красноярского края, Республики Саха-Якутия и в Иркутской области. Штат компании к настоящему времени насчитывает 10 тысяч человек. Ежегодно Иркутская нефтяная компания добывает около 9 миллионов тонн нефти и газового конденсата. На начало 2021 года эта компания инвестировала свыше 400 миллиардов рублей в строительство объектов добычи углеводородов, переработки газа и необходимой инженерной инфраструктуры. Ну а в текущем году эта компания приступила к реализации своего самого масштабного инвестиционного проекта – строительству Иркутского завода полимеров. Это очередной проект в области газохимии, реализуемый с нуля в нашей стране. Новый завод строится в городе Усть-Кут, в Иркутской области. С его помощью Иркутская нефтяная компания планирует за счет углеводородов, добываемых на своих месторождениях, наладить производство полимерной продукции – полиэтилена и полипропилена. Проектная мощность нового завода составит 650 тысяч тонн. Построить завод планируют за 3 года. Сдать его в эксплуатацию должны в 2024 году. Большая часть высокотехнологичного оборудования с суммарным весом в 4,5 тысячи тонн уже отгружена южнокорейским производителем и поступила на производственную площадку нового завода. Иркутская нефтяная компания приступила к монтажу данного оборудования. В строительстве комплекса будут принимать активное участие японская инжиниринговая компания Toyo Engineering и американская Univation Technologies, владеющая запатентованной технологией производства полиэтилена. Строительство самого важного и масштабного оборудования, печи пиролиза, ведется на объекте с февраля этого года и должно завершиться к концу следующего. Вот в строй Иркутского завода полимеров позволит создать в регионе 1500 высокооплачиваемых рабочих мест. Большая часть продукции с нового завода будет направляться на экспорт в страны Юго-Восточной Азии.